Привет! Это канал Ева энд Плей. И сегодня я вам покажу на мою кухню и покажу, как на ней готовить. Да, это кухня из Икеи. Также у нее есть много разной посуды, но основная посуда, которую мы покажем, это два набора дуктинг. Вот, для игры на этой кухне. Показывай. Это микроволновка. В ней я грею. И есть книга рецептов. В которой ты записываешь рецепты, да? Ага. Есть кастрюля. Кастрюля. Это из набора дуктинг. А какие еще кастрюли у тебя есть? Покажешь? Ага. У меня еще есть сковородка. Так. Ну, ставь прямо на плиту. Так, покажи, а то мы не увидели ничего. Ага. Так. И кастрюля. Это дуршлаг. Дуршлаг, да, чтобы макароны варить? Да. И пельмени, чтобы сливать воду. Угу. Хорошо. Покажи, что там еще есть. Кран, раковина. И также есть вот такие вот для кухни еще принадлежности. Так, развешиваешь по местам, да? Да. Давай. Так, развешала. Теперь покажи, что еще интересного есть в этой кухне. Плита, да? У меня светится плита. Ага. И на ней можно готовить, да? Ага. Ну, понарошку, конечно, да? Ага. Не по-настоящему. Да. Обжечься на ней нельзя. А теперь покажи, что у тебя лежит в духовке. У меня там лежит вот эта вот штука для рыбы и для тортиков. Это шло вместе с набором дуктинг? Ага. Понятно. Убирай, закрывай. А в другом шкафчике что находится? Холодильник. Холодильник. У тебя там лежат всякие фрукты, овощи, да? Да. Ага. Но это из других наборов Икеи, о них мы расскажем в другой раз. Да. Пусть они лежат там, хранятся в холодильнике. Ага. Еще у меня есть миксер, только у него сели батарейки. Ну, мы зарядим батарейки и покажем, как он работает, да? И также у него еще есть... Покажи, как он открывается. Поставь его на столешницу. На столешницу, а где? Ну, где кастрюлька стоит. Нет, где кастрюлька? Okay. Вот. Он вот так поднимается, да? Ага. И можно менять вот эти на другие. Мы вам покажем это. А еще в этой кухне есть кран и раковина. Конечно же, игрушечная. Раковина вынимается. И если вынуть раковину, вы легко сможете достать то, что у вас лежит в холодильнике. И еще снимается... Снимается плита. Сама плита. Но она снимается не очень просто, она на защелках. Вот. Это вынимается. Ну, плиту вынимать не очень удобно, поэтому это, так сказать, можно сказать, что она там не вынимается. Детям будет не очень просто ее вынуть. И поставить на место, да? Угу. Особенно я не могу это сделать. Так. А это наш кот. Зовут его Соня. Соня? Кс-кс-кс. Кот у нас очень любит есть вкусняшки. Он даже пытается залезть в микроволновку. Ева, покажи. Покажи, что у тебя в руках вкусняшка. Так, теперь покажи ее коту, пусть он понюхает. Вон, как он любит.
Вот. Ну дай ему уже, дай. А теперь мы покажем, как можно играть с этой кухней. И пока мы приготавливались, я уже замесила тесто, чтобы испечь нам кексы. Угу. Да? Давай, меси тесто. Как ты месишь тесто? Так. Так, надо ему дать чуть-чуть отстояться. Пусть она чуть-чуть повисит, ага. Полежит, взобьется, взойдет. Так, ну все, тесто у нас уже взошло. Теперь, что дальше мы делаем, чтобы испечь кексы? Доставим вот эту вот штучку и кладем. То есть это у нас будет противень такой, да? Да. Кладем тесто в формочках. И в духовку отправляем. Так, и включаю ее. Ага, на 180 градусов. Да. Как обычно. Ага. Все, теперь через 15 минут у нас уже будут кексы, да? Угу. Все, прошло 15 минут, наши кексы уже готовы. Угу. Доставай, посмотрим, что там получилось. Поднялись? Эх, какие кексы. Вот так ты налепила. Ну, ставь. Доставай в тарелочку, клади. Аккуратнее, горячо. Угу. Так, аккуратненько. Вынимай. Ну, помоги чуть-чуть пальцем, ничего страшного. Сильно не обожжешься. Все, давай клади на тарелочку. Так. Угу. Ну, оставь, это потом съедим. Оставь. Ага. Давай пока два, а то у нас тарелка не такая большая. Это можешь пока убрать в духовку. Духовку ты же ведь выключила. Они поместятся. Ну давай, если поместится, клади. И один вот тортик испекся. Даже тортик, ничего себе. И кексы, и тортик. Я наколдовала. Просто чудо. Плита какая-то, да? Да, чудо-плита. Так, давай украсим теперь весь этот набор. Клубничкой. Клубничкой, ну давай, клади клубничку. И что у тебя еще? Шоколадная пудра. Ничего себе, давай. Вон какая красота получилась. А вкуснота-то какая? Сейчас мы отнесем маме, она все это поест, да? И скажет нам спасибо, какую мы вкуснятину приготовили. Ну как, Ева, мама покушала? Да, ну вот это она не доела. Не доел? Ну поставь вон туда. Почти все осилила, да? Сказала, вкусно было? Угу. Понравилось ей? Ну, хорошо. Вот мы и показали вам, как можно играть с кухней из Икеи. Угу. Испекли кексы. Угу. Показали, какая есть посуда. Еще есть много разной посуды. Мы не будем ее сейчас показывать, угу. Потому что это займет очень много времени. Угу. Надеюсь, вам понравилось наше видео. Подписывайтесь на наш канал Eva & Play. До скорых встреч на нашем канале. Всем пока. Пока.